Серия романов «Discworld» продана в США и Великобритании общим тиражом в 12 миллионов экземпляров. Ее автор, эксцентричный англичанин по имени Терри Претчетт, придумал мир круглый и плоский, как блин, который плывет в космосе на панцире громадной черепахи. И населил он его на редкость странными существами. Игра начинается в городе Ангкор-Морпеке, одном из самых известных мест, где происходит действие романов серии «Discworld». Как и во всех приключенческих играх, здесь вам придется много ходить, общаться с другими персонажами и исследовать новые места. Нужно также собирать информацию и магические, а также обычные предметы. На сегодня наш компьютер выполнен.